Вслед за дизелем подорожал и бензин. Ценник на топливо марки АИ-92 подскочил на 11 тенге. Сейчас на некоторых заправках региона его продают по 186 тенге за литр. Водители негодуют. Почему подорожал 92-й, выясняла наша съемочная группа. В Северном Казахстане цена на бензин поднимается третий раз за год. В марте литр 92-го подорожал на 11 тенге и стал стоить 166. В конце октября стоимость самой популярной марки бензина вновь взлетела. Некоторые заправки объявили цену на АИ-92 – 186 тенге за литр. На нескольких АЗС можно найти на 6 тенге дешевле. Конечно, сильный впад. Сейчас невозможно ездить. Каждым днем бензин растет. Много тратите на бензин? Ну, тратим каждый день по 10 литров, заправляемся. 10 литров мне где-то отсюда как кунжером. 10 литров мне где-то на 1,5-2 дня хватает. На работу еду, детей отвожу в школу и детский сад. Обратно забираю. Естественно, каждое повышение цены сказывается на семейном бюджете. А здесь топливо вообще кошмар. То есть со 190, грубо говоря, до 260, и это походу не предел. Но это ладно, еще и газ подорожал. 68 на 100, до 128. Два раза. Причем буквально за месяц-два. Все возмущают, конечно. Что, хлеб сейчас подорожал, все подорожало. Из-за чего? Из-за вот этого. Кризис с дистопливом действительно привел к удорожанию товаров. Ценник на бензин взлетел отчасти по той же причине. Доставлять топливо от завода до АЗС стало дороже. Но главным поводом для скачка цены стало другое. На 6% подняли цену заводы Павлодарский и Атырауский. Соответственно, уже после этого цена поднялась у фирм-реализаторов. Кроме того, на сегодняшний день в стоимость нефтепродукта также входят транспортные услуги и налоги. По данным Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, дефицита бензина марки АИ-92 в регионе нет. В запасе 3800 тонн. Агирим Укашева, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.